сложное выступление предоставляется человеку, который честно провел свою выборную кампанию, одному из организаторов сегодняшнего митинга, Леониду Кузьмичу Донышеву. Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи, земляки, новгородцы, дамы, господа, кому как угодно, я готов обращаться к вам так, как вам это нравится, для того, чтобы вы поняли, что я нормальный человек и воспринимаю действительность адекватно, учитывая, уважительно отношусь к любому, к вашему видению вещей, к различию политических взглядов. Здесь собрались сегодня люди разных возрастов, партийных принадлежностей, социальных слоев населения. Единственное и самое главное, с чем я хочу сейчас к вам обратиться, учитывая то, что я являюсь официальным организатором данного мероприятия, и на меня возложена ответственность за правопорядок на этом мероприятии, я прошу вас найти в себе силы, учитывая тот факт, что я далек от мысли, что кто-то из вас лично ко мне, учитывая неприязнь, на сегодняшнем мероприятии вести себя в рамках приличия, в рамках дозволенного. Потому что на самом деле, как бы там ни было, сегодня мероприятие санкционировано городскими властями. И наша основная задача продемонстрировать то, что мы можем вести себя достойно, адекватно. Спасибо вам. Пользуясь случаем, поздравляю вас с наступающим праздником, с наступающим Новым годом. Компартия Российской Федерации, несмотря на все уговоры, обещания всевозможные нам, мы отказались поддержать мадам Писареву на должность председателя областной думы, только потому, что она является членом именно той партии, которая крала самым бесстыдным образом наши голоса по итогам выборов. И цель-то сегодняшнего нашего митинга. Тогда спрашивается, а как же те представители справедливой России, вот ребят вижу с флагами, как же с помощью ваших голосов, вашей борьбы вот этой, прошедшей 6 человек в областную думу справедливо росов, как же они отдали голоса мадам Писаревой, члену этой самой Единой России? Это что же за позиция? Как мы с вами собираемся тогда бороться в дальнейшем за наши права? Как сегодня Миронов уже себя посмел выставить в качестве кандидата в президенты от оппозиции? Вот что значит мы с вами, и вот что значит те, кто сегодня получил теплые местечки в Российской областной думе и в Государственной думе. Я вас Христом Богом прошу, не поддавайтесь на эти провокации и на обман, и на предательство своих руководителей. Спросите их, почему они не выполнили вашу волю и ваши требования и поддержали Единую Россию в областной думе. Только в честность, справедливой вообще можно отстоять не только наши голоса. Мы с вами боремся не за те результаты и цифры, которые получили в результате выборов. Мы с вами боремся за наши гражданские права, социальные права, за достойную жизнь, за нормальную стипендию, которая бы сегодня помогала студентам нормально учиться и заканчивать вузы. Мы с вами боремся за то, чтобы была бы нормальная, справедливая пенсия, которая удовлетворяла бы все потребности наших представителей пожилого поколения. Чтобы каждый молодой человек, закончивший вуз, имел достойную заработную плату и достойное рабочее место. Чтобы он имел право получить доступное жилье, бесплатное жилье, бесплатное здравоохранение. Чтобы мы жили и верили в то, что у России есть будущее. Так что борьба у нас не только против фальсификации. Мы боремся с вами за будущее нашей России. И вот это мы с вами должны всегда помнить и знать, во имя чего мы с вами сегодня здесь собрались.